Случилось так, родился новый спорт. Он вкус и развлечение, игра. Забыв усталость и свои дела, соединились в споре повара. Как будем мы умелы и быстры, задания судей вовсе не трудны. Пусть процветает самый вкусный в нашем мире спорт. Собрал нас вместе необычный спорт. Он назван ресторанным неспроста. Ведь каждый в состязаниях очень горд начать участие с чистого листа. На сцене люди, профессия, мечта. Порадуют пришедших к нам гостей. И победит работа, красота, и кто быстрей. Официанты и шеф-повара собрались, чтоб своих достичь высот. Спорт ресторанный – это лишь игра. Итог учебы и к вершине клич. Так будем мы умелы и быстры. Задание судей вовсе не трудно.